Ну вот, наконец, и подходят зрители, да, вот что очень хорошо, потому что на старт выходит Дина Аверина, собралась, выдохнула, пошла, как говорится. Удачи, Дина. Напомню, один финал Дины уже сегодня выигран. Это обруч. Молодцы, зрители тоже поддерживают. Просто да, браво. И сейчас вот, да, даже раскидывала руки, да, потому что, конечно, быть в таком, да, вот в этом напряжении, в этой сосредоточенности на каждом. Это кажется, да, что она улыбается ручками, да, там все показывает. Не только ручками, а она видели, что она еще и лицом очень выражала это состояние дикого напряжения. Все равно прибывает. Ведь и костюм, все соответствует этому, да, вот упражнению, несмотря на эту бешеную сложность, она все-таки... Скорость, я даже никаких остановок вообще фактически не заметила. А мяч в руках ты вообще почти не держала, вы обратили внимание? Все время, да, где-то вокруг нее, как будто сам вообще, да. Но был момент такой сейчас очень опасный в конце упражнения, но очень профессионально она вот сделала эту паузку такую небольшую, но закончила упражнение правильно. Ничего не потеряв. Очень известный балет «Петрушка» Стравинского. И вы видите, что у нее даже на спинке этот «Петрушка» нарисован. И вся хореография всех танцевальных дорожек. Да, и все связок. Под куклу. Вот да, под это, да. И вы видели, она даже где-то моргнула глазом. Все, она старалась выразить этот характер не только элементами тела и предмета, и перестроениями, но и лицом. Это очень важно. Пируэт блестящий. Кстати, вот в этом тоже вот состоит огромное. Вот здесь был момент, когда надо было, да, не потерять. И все равно это, здесь это было сделать, настолько, да. Профессионально. Может быть, он и просмотрелся, как вот в чем опасность мелких ошибок в идеальном исполнении. Сразу это было заметно. Но это всего 1/10. Но выход из этого положения был очень профессиональный. Да, и она настолько и грамотно, и дальше она сделала все так, что все забыли уже об этом. Да. Это действительно так.